События теплого августовского вечера потрясли жителей улицы Пушкина. Во время совместного застолья пара сожителей повздорила. Решающим аргументом в их споре стал обычный кухонный нож. 12 августа 2015 года, примерно около 21:45 минут, гражданка, проживающая по улице Пушкина, нанесла ножевой удар своему сожителю. В преддверии этого страшного события они распивали спиртные напитки в компании своих товарищей. Между сожителями возникла ссора на почве ревностных отношений. Сожительница, недолго думая, взяла нож и нанесла один удар в область сердца своему сожителю, отчего он, не приходя в сознание, скончался до приезда скорой медицинской помощи. Оба участника бытовой драмы, и 42-летняя подозреваемая, и 40-летний погибший, оказались знакомы правоохранителям и характеризуются не самой лучшей стороны. Можно сказать, что это граждане, которые вели антисоциальный образ жизни, нигде не работали. Были ранее судимы. Она была ранее судима за уклонение от уплаты алиментов, а он ранее судимый за кражу. В настоящее время она задержана в порядке статьи 108 УПК Республики Беларусь и помещена в ИВС Мозырского РОВД. Проводятся следственные действия, в том числе выясняются причины и условия, послужившие совершению данного особо тяжкого преступления. Районный отдел Следственного комитета уже возбудил уголовное дело. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы. Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец, телеканал «Мозырь».